Сейчас популярно. Дагон, далеко собрался-то. Популярно. Далеко собрался-то, что увидал? Популярно про разбирающие среди вереска носящихся волкодавов, типа фразы, что не надо встречать осень в пледах, надо выпускать своих волкодавов, чтобы они рыскали среди вереска. Ну, он рыщут, собственно, среди вереска. Вообще не знаю, как по поводу вереска, но рыскать рыщут. Вереск у нас тут, конечно, импровизированный. Догон, аккуратно, напугал. Напугал, ну. Напугал. Рыщут, собственно, вереск, волкодавы. Все как полагается, осенняя мгла. Все очень у нас тут атмосферненько, знаете ли. Главное, чтобы там до совсем наступления темноты я спустилась, в общем-то, нашла путь обратно. А пока можно наслаждаться атмосферой. Собака выскривит, тут должна завывать по логике еще где-нибудь. А, да, конечно, ударилась, да? Ударилась лопуськой. Ну, подожди, полежи, пошли. Лопуська ударилась. Тут ищу путь, короче, отсюда вылезти. Я понимаю, со всем посоху тут пройти довольно проблематично будет. Тут люди вроде как-то ходят. Вот. Люди как-то ходят. Какие-то люди как-то, наверное, ходят. Вот. Нет, тут резиновые сапоги. Ну, не болотник, но все-таки. Хорошее осеннее видео. Не очень-то ванильная ворона. Тут все, короче, готичное видео. Так. Что мы тут имеем? Вереск-то у нас когда закончится? Пока топи сплошные. Вот. И я тут такая. Догон сыт где-то на переднем плане. О! Выйду ночью в поле с конем. Осторожно, сука. Ой. Мы с конем по грязи идем, только мы с конем по полю вдвоем, только мы с конем по грязи идем. Пришли, догон, дальше погуляем по вересковым полям на ночь глядя, собственно. Фрура носится. Догон, тихо будь только. Нет, собаку не поломай. Она и так вот болезненная вся. На-на-на-на-на-на-на. А тут, кстати, песочек. Ай. Несмотря на стрёмную погоду, собаки все искупались. Тут на самом деле сама впервые. Народ тут рыбачит, какие-то плавки развешивает. Плавки. Короче, скоро будет в нашем вереске ни хрена не видать. Так что вы поверьте, что у нас тут клёво. Ну вот. Если у вас есть борзые, то выпускайте их рыскать среди вереска. Им понравится. Желаю вам хорошее настроение и приятной осенней погодки. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, пишите комментарии, чтобы я записала новое клевое видео. Пока-пока!